Улицу Муса Джалили, к сожалению, в Великом Новгороде улица имени Муса Джалили всего 2-3 дома. Вообще, это какой-то переулок получается, улица Муса Джалили. И ту сделали в центральной части города. При любой перестройке имя это может исчезнуть. Все-таки хорошо бы, если бы власти Нижнего Новгорода какой-нибудь проспект, новые улицы строятся, присвоили более стационарно, чтобы неизменимо было. Поддерживайте мою идею поездки. Может быть, не одну. Не вопрос. Идея хорошая, идея хорошая, да? А на что сбрасываться тогда автобус? Автобус не наш. Есть, который навстречу нам идет. Он его личный автобус. Ах, вон оно что. А там хочу не собраться, не поехать. Нет, это затрагивает. Вопрос решается за мнем. Решается вопрос. Нет, он не понял. Али ведь бушкавр не сядает. Бушкавр не сядает. Али ведь все. Шаг шагнул, акта, и все, это найдем. У нас будет свободный микрофон. Я тоже русский. В 1938 году, в 1935 году его приглашают возглавить литературный отдел консерватории. По 1938 год он занимается, Казань возвращается в 1939 году, зависит от литературной части. И в это время руководит журналом «Сам всем кровщим». Потом, ребята, в 1935 году можно было такое сотворить, а кто нам мешает сейчас? Мое предложение. В этих стенах вот зерна, он голос нашел залили других на других. В этом заведении, вот если мы соорганизуем, соберемся, должен быть училище, или как это называется, как называется? Колледж. Искусство. Нет. Центр искусства, да, как-то. Колледж, да. Колледж должен быть. Понимаете? Это вот примитивно просто, кадров полно, желающих есть. Давайте в этом вопросе собираем подписи, идем, допустим, до Трампа. Родина поможет. Кто против? Потом я всех запишу, потом каждый будет подписываться. Заведомо права не проявляются. Как мы там, доколе можно ходить, извините, нет, как нельзя. Такой настрой, вы сказали, патриот, понимаете, вы сказали. В Москве разрешено в каждом округе по школе создать. А надо было от имени родителей собрать количество учителей, нигде ничего открыть не дадут. Ахмат Абзе, школа искусства, вот дома Садуллаева, раньше было, но почему, ребята, почему... Кружки есть, пожалуйста, занимайтесь, пожалуйста. Это же сможем друг друга на миллион, это стыд, позор. Буквально несколько слов. Хочу сказать, что вершиной музыкального искусства татарского является опера «Алтынчач». Музыка была написана нашим великим, можно сказать, композитором Назибом Жигановым. В 16-м году у него тоже был юбилей, то есть 105 лет ему исполнилось. И эта опера была написана в творческом союзе с Мусой Джалилем, то есть либретто написал Муса Джалиль. И помимо этой работы их связывала, композитора и поэта, связывала крепкая дружба. Это несколько слов об этом. А еще также большой пласт поэзии Мусы Джалиля является вот стихи, на которые была написана музыка. И сейчас я хочу пригласить вас послушать произведение, написанное на стихи Мусы Джалиля. Музыка вот написана. Он хочет стихи почитать на сиди скромно. А у нас будут стихи, почитать. У нас разделом, да, чтение стихов будет чуть позже. Один мужчина, одна женщина. Вот, значит, романс называется «Дул Канар», стихи Мусы Джалиля, музыка написана. Теперь все ближе к дверям. Татарским композитором. Тихо. Один номер мужчина, другой женщина.
исполняет лауреат международного конкурса Наиля Досметова и лауреат всероссийского конкурса Джамиля Сагирова. Thank you.
сказать, что 1 апреля в концертном зале Татарского культурного центра будет проходить сольный концерт на Элиханом, да? Вот. И заранее вас приглашаю на этот концерт, а все подробности можно уточнить, пользуясь случаем, у нее самой. Так что приглашаем на концерт. Всем известный факт, что Муса Джалиль в стенах этого здания вел литературный кружок. И Рауза Бакастрова, о которой сегодня говорил Ахмед Абы, тоже была одним из членов этого кружка. И сегодня нам захотелось подчеркнуть какую-то тему